мы сидим тут с девочками и делимся различными способами работы с любовью. Вот Раиса Ивановна из Дзержинска сказала, что у них одна целительница, пациентки там, которая жалуется на мужа, сказала, садись и давай будем его любить. И так вот они там сделали это, и после этого изменилось все. Иногда вот я, когда бывает конфликт с человеком или что-то такое острое, я себе говорю, а как бы я поступил в этой ситуации, если бы я его любил? И вот я вот начинаю таким образом действовать, начинаю действовать из любви, а не из конфликта, из страха, из каких-то агрессий.